Если к власти придет Карим, а это именно так и скорее всего будет обстоять, то все люди, которые каким-то образом ему помогали или представляют для него угрозу, или каким-то образом хранят историю, они будут уничтожены и зачищены. Кто-то убежит, кого-то посадят в тюрьму, у кого-то что-то отберут. Это пример Туркмении, когда, скажем, ближайший сторонник Ниязова пришел к власти при помощи начальника службы охраны президента. И сначала посадили председателя Сената, потом в первую очередь был защищен тот самый человек, который его же и привел к власти. Это уже вообще классический сценарий, уже во всех книжках написано, многократно происходящее, каждый там период времени именно в авторитарной системе власти. По этой логике будут защищены самые ближайшие сторонники Назарбаева и друзья. У него друзей это такие, как друзья, которые в общественном сознании существуют, которые обладают властью, полномочиями, влиянием. У него, наверное, в реальности остался только вот такой близкий человек, как Нуртай Абыкаев. Поэтому я думаю, что будут защищены такие люди, как Нуртай Абыкаев, будут защищены очень короткое время, как Аслан Мусин, они сейчас в ним связки. Вообще природа власти построена так, чтобы руководитель администрации всегда бил, пинал премьер-министра, как контролер. Ну, как да. Да? Сейчас они такие, они друзья, как бы, у них там деловые интересы, какие-то бизнесы. И поэтому будут в первую очередь защищены те люди, которые могут реально претендовать на власть. Я Карима Масимова давно знаю, и последний 2008 год я довольно часто с ним встречался. Ну, в неформальной, понятно, обстановке. Я видел, как он вырос. Он стал таким очень сильным чиновником. Все самые плохие качества людей, которые находятся у правителя авторитарного, а именно безжалостность, и могут возможное уничтожение вчерашнего друга, он все эти качества уже приобрел, отточил, и он в состоянии все это сделать. Он, конечно, многие считают, что слабохарактерный, но какие-то вещи он будет делать просто из инстинкта самосохранения. Он сейчас находится на той площадке, когда никто не будет уже говорить, что у него характер слабый, его можно не опасаться. Он находится в той когорте, когда уже не будет пощады, он будет защищен безжалостно. Ну, пример, вот, когда, скажем, происходила смена власти при Сталине, она при этом и говорит, что вот все известные люди, которые вокруг Сталина были, они все были зачищены. Конечно, их, наверное, не расстреляли, ну, некоторых посадили в тюрьму, но не расстреляли. Здесь будет приблизительно такая ситуация, когда будет все зачищено. Все ключевые люди, которые обладают амбициями, возможностями, они будут защищены. Тимур в первую очередь, будет Аслан Мусин защищен. Я думаю, что представитель южного клана Умурзак Шукеев, который как бы представляет южную часть Казахстана, который все время находится за спиной Карима и все время ожидается, что, возможно, смена будет Масимова на Умурзак Шукеева, тоже будет, безусловно, зачищен. А все остальные нынешние, например, председатели Сената, они очень гибкие. Они на любую позицию станут, куда им скажут. Содержать ничего не поменяется, структура власти останется то же самое. Будет та самая преемственность курса власти. Потому что Карим Масимов, он не реформатор. Он человек, который встраивается в систему и будет стараться удержать власть теми же самыми методами и приемами. То есть это человек, только умеет влиять на настроение, подлаживаться, как-то вот. Скажем, именно это качество характера, скажем, она ему позволяет находиться при власти и, скорее всего, прийти к власти, к высшей имеется в виду власти. Поэтому я считаю, что это вот первое развитие событий именно таким образом. Самый реальный кандидат – это Карим Масимов.